У нас дети часто коммуницируют с тегу, открывая клетку, но без причины они из нее не выходят. В смысле. Вот они всегда рады гостям, бегут, бегут, бегут. Угу. Так, давайте. Бери. В принципе, я бы не назвала их именно белками. По мне это больше крыски. Вот. По поведению и по тому, как они выглядят, как они едят. Единственное, что крыски, они более пахучие. То есть там, как не убирай, все равно от них идет больше запаха, чем от дегу. Хотя дегу говорят, что они в принципе... Хотя считается, что дегу вообще без запаха. Я бы сказала так, что они не воняют при тоже регулярной уборке. И эту регулярную уборку нужно делать не так часто,